Это финал парного турнира ТТП СПБ в клубе настольного тенниса ТТ Клуб. На подаче Грачев Андрей. Он играет в паре с Соловьевым Олегом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И вот так закончился этот сет. Стрельников Сергей играет сегодня в паре с Лариным Евгением. На подаче Стрельников Сергей. Олег Соловьев четко следит за правилами и очередностью подач. Есть очечка. Ответ Сергея Стрельникова не заставил себя ждать. И на подаче Женя Ларин. Мягкое вращение не получилось у Олега. Безжалостно атакует левша Олег Соловьев. И подставка у него такая же безжалостная. И только Женя Ларин не побоялся начать с этих подрезок, и его команда выиграла очко. И тут же проиграла.
Ровно. И победителями турнира становятся умелые и везунчие Андрей Грачев и Олег Соловьев. Олег, что вы чувствуете после этой победы? Победа! Ну что, на солнышку сыграем? Да.